Сады России представляют. Перец Квикли. Ну, здесь есть аромат, совершенно верно. А вкус что скажешь? А вот вкус, не кстати. Но он не очень сладкий. Не-не, а вкус, вот видишь, казалось бы, нормально. Дорогие друзья, красота – страшная сила. И вот кто видит вот эту картинку, наверное, ну просто удивится. Ну как может, вот буквально за 80-90 дней от появления всходов, вот перец навязать вот такое количество плодов, да еще и вот самой модной сейчас такой конусовидной формы. Вот после 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 плодов. И сегодня это ультраскороспелый гибрид Квикли. Срок вегетации 80-90 дней от появления всходов до технической спелости. Уникальная особенность этого перца, и мы сегодня вот проводили дегустационную оценку, в том, что в технической спелости он гораздо интереснее, чем в биологической. Хотя и до биологической спелости он буквально потратит 15-20 дней. А вот эта вот изюминка, легкая послевкусие в технической спелости, делает его по вкусовым качествам уникальным. Но в то же время сегодня я еще могу сказать, что это не только супер новинка нашего ассортимента, это один из первых гибридов перца с устойчивостью к вирусу бронзовости в своем классе. То есть мы уже привыкли, что вот эти кубовидные перцы, толстостенные, латинос, например, игола, оранжевое чудо, устойчивы к вирусу бронзовости. Вот вам, пожалуйста, этот перец, устойчив к вирусу бронзовости, устойчив к вирусу табачной мозаики трех раз, устойчив к вертицилу, фузариуму. И сегодня, что немаловажно, он вяжет в самых стрессовых условиях. Причем вот этот перец, как и юбилейный Сэмка, например, абсолютно спокойно относится к пониженным температурам, то есть ниже оптимума плюсовым температурам. Вот и в этом году были стрессовые условия в период выращивания рассады. Температура опускалась меньше плюс 14. Растения, так сказать, маленькие растения, то есть в рассаднике, они абсолютно спокойно перенесли этот стресс. И вот несмотря на все стрессы, я говорю, очень хорошо вяжет перец, не сбрасывает завязи. Поэтому сегодня можно сказать, что в полку раннеспелых перцев с уникальными вкусовыми качествами, с устойчивостью самой современной и самой перспективной, у нас есть очень хороший гибрид Квикли. Причем Квикли и перевод-то у него хороший. Быстро. Квикли, Квикли, Квикли. И вот я думаю, что на сегодняшний день вот так же быстро-быстро он завоюет своих почитателей на всей территории Российской Федерации. Причем ему без разницы, себе выдавать отличный результат, что в открытом грунте, что в пленочных теплицах, что в стеклянных профессиональных теплицах, везде результат будет совершенно одинаковый. Единственное, что в открытом грунте он будет чуть пониже ростом, естественно, 50-60 сантиметров, а в защищенном грунте вы можете формировать его на высоту 1,5-2 метра. Но что у него внутри? Конечно, за скороспелость он не может подавать стеночку до 10 миллиметров, но этого и не требуется. Буквально 5 миллиметров стенки с уникальными вкусовыми качествами вполне достаточно. А урожайность свыше 10 килограмм с квадратного метра – это еще маленькое дополнение вот к сортовым качествам. То есть я считаю, что сегодня Квикли – это лучшая новинка ближайших 5 лет в группе сладкого перца. Типичный гладкий конус, да. И посмотрите, вот если кто-то потрогает, вы потрогайте его. Зайдите в наш интернет-магазин, жмите ссылку на экране или посмотрите другие видео на нашем канале.